что не можно, а нужно говорить о возвращении российского футбола, не только и футбола, и других видов спорта. Могу так сказать, что игроков, сильных игроков и подрастающего поколения футболистов, желающих играть в футбол, очень много. Мне бы очень хотелось, чтобы тренерский состав обращал все-таки внимание на командную игру, на командную стратегию. И тогда я думаю, что в российском футболе, не только в российском футболе, хоккее и других командных видах спорта все будет в порядке. Мы будем гордиться нашими спортсменами, нашими командами.